О, да. О, боже, Аарон, иди сюда. Не получилось без проблем пройти через коридор с ловушками, а? Может, если бы ты научился летать, как я и сделал. Давай не сейчас, Ларгри. Я имею в виду, что он за нами не поспевает. Да, потому что ты оставил нас забираться по стене в одиночку. Не понимаю, почему я должен постоянно вас тянуть за собой? Неудастник же ты, Яргрим. Я Ларгрим, следи за собой. Ларгрим? Это когда случилось? В любом случае, неважно. В отличие от тебя, Аарон понимает, что мы команда. В отличие от вас, ребята, я и в одиночку могу выжить. Я серьезно. Ларгрим, ты искренне уверен, что не нуждаешься в нас? Я буквально не могу придумать ситуацию, в которой бы нуждался в вас. В смысле, на каждое ваше умение. У меня найдется заклинание, которое справится с этим лучше. У меня есть всплеск действий. У меня есть мир. У меня есть медленное падение. У меня есть падение перышка. У меня есть уничтожение нежити. У меня есть огненный шар, и знаешь что? Он и на живых работает. Хорошо, умник. Помоги-ка мне открыть этот замок, а то у меня с ним трудности. О, если бы только у меня было заклинание, которое помогло бы мне пройти через запертую дверь. Послушай, не надо его тратить. По его профессиональной оценке, мы ему не нужны. Открывание! Осторожно! Смотри! Надо делать! Привет! Прятаться! Итак. О, нет! Здесь невероятно темно, прям как воскресный полдень. Хорошо, что Аарон, наш земной человек, купил примитивные палки для света. Вот идиот! Смотрите. Скелет! Сейчас он встанет и атакует меня! Как я узнал? Я не узнал. У меня необычная чуйка! Нет! У меня что-то более серьезное? Да! Здравый смысл! Вот. Эй, ребят! Что такое, Салгрим? Ребят, подойти не хотите? Я думал, что я был неправ. И что с моей стороны было невежественно продолжать? Нет. Не-не, ты прав. Я думаю, что мы только замедляем тебя. А что ты там в сундуке-то нашел? О, всякая всячина! Идите, посмотрите! Пожалуйста, быстрее посмотрите! Это невероятно! Там такие чудесные цвета! Пожалуйста, пожалуйста, быстрее! 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 Знаете, наверное, я посмотрю. А, и я. О, какой хороший посох. О, привет, ребят. Простите, что опоздал. Что вы тут собрали? О, не. Мой брат-близнец, Ларгрим Великий мертв, в то время как сам я жив. Не переживай. Я... Птаргрим... П не читается. Великий. Клянусь, что отомщу за тебя. Ребят, перевел Феликс, озвучено в странном местечке. Если хотите увидеть полноценные серии ДНД, 30-минутные, чекайте ссылку в закрепленном комментарии. Всех люблю, всех целую, с вами был, как всегда, я ваш Капрон Турал. До новых встреч.